Уважаемые дамы и господа, итак, мы продолжаем квалификацию профессиональной бойцовской лиги. Представляю вам трехраундовый бой в легком весе до 70,3 килограмм. Let me present you three-round battle in lightweight division up to 70.3 kilograms. В синий угол октагона приглашается боец из города Минск, Беларусь. Please welcome in the blue corner fighter from Belarus, Mikhail Одинцов. Михаил Одинцов на ваших экранах. Ну, белорусская школа MMA славится своими бойцами. Можно вспомнить легендарного джорнимена, в хорошем смысле слова, даже гейткипера Артема Домковского. Белорусская школа MMA – это в первую очередь ударная техника, это в первую очередь тайский бокс и кикбоксинг, во вторую уже борьба, но при этом время не стоит на месте, и белорусские бойцы сейчас работают и над борьбой тоже. Итак, Михаил Одинцов приехал не один с братом. Брата мы увидим против Константина Симонова чуть позже. 16 побед, всего лишь 2 поражения на счету Михаила. В прошлом году, кстати, стал чемпионом WWFC в легком весе. Это украинский промоушен. Весьма неплохой, кстати. Раз ты вспомнил Артема Домковского, стоит отметить, что Артем Домковский тоже сегодня приехал и будет секундировать Михаила. Итак, Михаил готов зайти в клетку. У нас возникла небольшая пауза техническая. Про соперника стоит рассказать, про Михаила? Про соперника мы расскажем чуть позже. Да, Михаил заходит. Что сказать про Михаила? Михаил – это хороший ударник. В основном он заканчивает свои бои досрочно. И возможно, что этот поединок может закончиться все-таки досрочно. Да. С другой стороны, мы помним про формат 3 по 3. И его соперник, про которого мы скажем чуть позже, он тоже ударник. Так что нас сейчас вот ждет такое крутое противостояние двух ударников с четырехунцовыми перчатками. А это обычно влечет к нокауту. Итак, Михаил Одинцов уже в клетке. Мы ждем выход Святослава Шабанова. Встречайте в красный угол октагона бойца из России, представляющего город Новокузнецк. Please welcome in the red corner fighter from Russia, Новокузнецк, Святослав Шабанов. Святослав Шабанов, 17 побед, 6 поражений, 1 ничья. Боец, который уже выступал на турнирах RCC, причем выступал и в полулегком весе, и в легком весе. Но эксперимент с полулегким весом не удался. Тогда он безоговорочно проиграл, ну, можно сказать, уральской звезде. Уральскому гангстеру Александру Грозину. Да. Ну и отметим, что взял Святослав Шабанов этот поединок на коротком уведомлении. Изначально соперником Михаила Одинцова должен был стать Владимир Канунников. Владимир Канунников – это очень серьезный соперник. К сожалению, буквально за неделю до боя он заболел. Заболел тяжело. Сейчас с ним уже все хорошо, его здоровье ничего не угрожает. Но бой он принять не мог, потому что слишком большие здесь риски. Да. Это возможность попасть в США, возможность выиграть миллион и подходить к этим боям неподготовленным. Ну а мы вернемся к Святославу Шабанову. Скажем, что боец универсальный. 7 побед совмешанными, 7 побед ударами. Есть у него, ну я думаю, многие еще помнят его легендарный бой с Али Дикаевым. Да, его выступления в лиге Ахмат, они вообще были очень интересными. Шабанов не боится громких вызовов, Шабанов не боится зарубиться. И ему это нравится. Он получает удовольствие от боев. Очень много всегда зависит от того, готов ли он или нет. Сейчас это короткое уведомление, но, думаю, мотивирован он нехило, потому что хорошие денежки на кону, хорошее предложение. Ну и плюс Шабанов, кстати говоря, входит в топ-30 сильнейших легковесов России. Это тоже кое-что дозначит. Не знаю, что... Дамы и господа, представляю вам соперников. Синим углу боец из города Минск, Беларусь. Ему 28 лет. Рост 176 сантиметров, вес 70 килограммов, 800 граммов. Представляет клуб Академия ММА. Профессиональный рекорд. 18 боев,
16 побед, 2 поражения. The fighter in the blue corner is 28 years old, 176 centimeters tall and weighing in 70.8 kilograms. Fight Club Academy MMA, his professional record, 16 wins, 2 losses. Please welcome the fighter from Minsk, Belarus, Mikhail Одинцов! Его соперник в красном углу из России, город Новокузнецк. Ему 26 лет. Рост 180 сантиметров, вес 70 килограммов, 750 граммов. Представляет клуб «Панкратион» Новокузнецк. Профессиональный рекорд 24 боя, 17 побед, 6 поражений, 1 ничья. The fighter in the red corner. He is 26 years old, 180 centimeters tall and weighing in 70.75 kilogram. His professional record 17 wins, 6 losses, 1 draw. Please welcome the fighter from Novokuznetsk, Russia, Svyatoslav Shabanov. Referee Mikhail Vachter, Germany. Okay, fighters, we fight PFL rules, so you cannot use the elbows, okay? Protect yourself at any time, listen to my command. Shake hand if you like. Shake hand. Go back to corner. Go back. Stay. You ready? You ready? Let's go! А возраст, рост, вес бойцов только что был на ваших экранах. Давайте смотреть. Советую вам не моргать, кстати, потому что мне кажется, что 4-унцовые перчатки и 2 заряженных ударника могут закончить этот бой очень быстро. У Одинцова прозвище «Танцор», кстати говоря. Это намекает на очень хорошую работу ног. Как мы видим, Одинцов меняет стойки, пытается что-то показать с ударами локтей. Финтит. Святослав уже такой парень опытный и не особо нервничает, и не особо ему мешает вот эта вот какая-то спутанность соперника. Ну, обмен лоу-киками здесь мы видим. Одинцов очень активно работает корпусом, и главное, чтобы он сам не выдохся из-за этих движений. Ну, что... мне кажется, да, здесь не может пока Михаил... Я думаю, что сейчас идет поиск дистанции у бойцов. Да. То есть такая пристрелочная работа. Но вот Шабанов, мне кажется, свою дистанцию практически нашел уже. Да, и ищет ее джебами и лоу-киками. То есть вот он уже видит, докуда долетают его лоу-кики, видит, докуда долетают джебы. И с этих расстояний он может спокойно развить атаку. Пока что Одинцов не нанес, по-моему, ни одного удара. Ну там была попытка. Да, попыток было много. Финтов больше, чем ударов. Но, друзья, такой вид спорта, что здесь один взрыв, один точный удар и привет, что называется. Определенно. Хороший, кстати, удар был по корпусу, хорошая работа от Одинцова и проход в ноги. И тейкдаун со стороны Михаила. Вот так вот ударник отработал. Опять же, да, белорусская школа ММА не стоит на месте. Посмотрим, как Шабанов проявит себя в партере снизу. Пока что Шабанов дышит спокойно, он умеет работать и снизу, и сверху. Но закрытый гард, он немножко меня напрягает, когда раунд идет всего 3 минуты. Кстати, у нас остается всего минута 15 до конца первого раунда. Одинцов пока что особо не работает, пытается улучшить позицию, обойти ноги. Он пока не может вытащить руки, попытка встать была от Шабанова, да, пока неудачная. Шабанов в баттерфляй-гарде, этот тип гарда, он отлично контролирует соперника, и Шабанов встает, но при этом отдает шею. Так, а где удары по корпусу от Одинцова, честно говоря, они здесь напрашиваются, удары по корпусу, по бедрам. Поразбивать ступни. Даже удары плечами хорошие, которые продемонстрировал. Вот, что пока сейчас Одинцов продемонстрировал недавно Конор Макгрегор. Шибанов разрывает дистанцию и работает в комфортной себе сейчас стойке. Я думаю, что Святославу ближний бой вообще не нужен здесь. Вот хорошая работа с дистанцией, встречать фронт-киками соперника. Как-то отметил до этого, Вячеслав выступал не только в легком весе, и видно по его форме, и, собственно, то, что вышло на коротком удалении, борьба не для него, потому что чисто физические кондиции, я думаю, что у него хуже. А возможно, это учитывает и Михаил Одинцов. Мы видим опять тейкдаун в пользу Одинцова. И попытка пройти гард, да, одну ногу. Но Святослав устанавливает гард, и заканчивается раунд. На самом деле, наверное, раунд за Михаилом, но раунд достаточно близкий. Достаточно близкий, есть 2 раунда. Ну,
Мне кажется, знаешь, иногда такое ощущение складывается, что бойцы, которые в гран-при выступают, они немножко по времени не могут переключиться, что раунд идет не 5 минут, а 3. Плюс, возможно, они немного все-таки берегут силы, ну, конечно, для финального боя. Секунданты говорят Михаилу восстановить дыхание. И, видимо, пытаются ему объяснить, что нужно работать спокойно, суетиться не нужно. Потому что суета, она в ММА не самая лучшая. Да нигде. Нигде. Даже в шахматах. Вот нам показывают самые яркие моменты. Да, у Михаила Одинцова отлично получается проход в ноги. Я уверен, что он смотрел бой с Александром Грозным, Святославу, потому что делает примерно то же самое, что делал Александр. Да, с Канунниковым бы так, наверное, не получилось, потому что Владимир очень хороший борец. Да. Видел его я вживую в деле на турнире Pro UFC. Причем он выиграл нокаутом тогда. Так, второй раунд из трех запланированных. Мы начинаем. Бой начинается опять в стойке. Второй полуфинал гран-при. Я думаю, что Святослав, что мы уже понимаем, что Михаил ждет своего момента. Он, кстати, перестал суетиться, мне кажется. Нет, стойки он меняет, стойки меняет. Ждет, я думаю, ждет Одинцов момента для того, чтобы пройти в ноги. Вот опять смотри. И, да, проход. Пропустил удар в корпус, но красивый амплитудный бросок. И опять хороший такой тейкдаун. Итак, уже смотри, в боковом контроле находится Одинцов. А эта позиция предполагает вообще пространство для действия. Да. Здесь можно в разные варианты использовать. И Святослав хорошо встает, делает отличный свип, но отдает шею. Попытка гильотины. При этом рука Святослава под рукой Михаила, и попытка не получается, но близко было, близко. И опять же возвращаемся в ту позицию, с которой ушли, но Святослав восстанавливает хавгард. Тем не менее, Одинцов сверху. Святослав Шибанов в своем углу, кстати, и здесь ему могут советовать и помогать. Удается встать Святославу Шибанову, но надолго ли? Да, он отдал спину, отсюда будет амплитудный бросок. Еще один красивый бросок от Одинцова. Ну, ударник сегодня прямо из Беларуси удивляет своими борцовскими навыками. Но, с другой стороны, и еще один бросок. Универсальный вид спорта. Что случилось? Никаких локтей. Локти запрещены, видимо, да, в гран-при у нас? А в PFL вообще они разрешены или нет? Мне кажется, наверное, в отборочных боях нет, но я боюсь ошибиться, извините. Попытка была выхода на кимуру, кстати, от Одинцова, но... Да, но она такая была, просто больше как... Обозначил. Больше обозначил. Святослав берет хавгард. И Михаил в этот раз он работает намного активнее, стоит отметить. Он сделал классные броски, бьет корпусом, бьет руками и прям решил сломить, мне кажется, дух Святослава. Слушай, у меня такое ощущение, возможно, что где-то даже Одинцов... А вот и в маунт! А вот... Выход на удушающий. Я думаю, что отсюда очень можно хорошенько задушить. Это рабочая позиция. Да. Душит сейчас Михаил Одинцов. Хотя был в маунте, кстати, мог бы просто на прямых руках разбить соперника. Но Святослав... Открытая шея, кстати, выдержал. До сих пор у Шабанова. Встает от клетки, делает все правильно. Но при этом, да, в жестком контроле. И этот раунд, само собой, он отдал. Заканчивается, кстати, у нас трехминутка. Так, непривычно это произносить по отношению к ММА. Михаил разбивает ноги Святослава, а ноги — это как раз то, что помогало Святославу держать на дистанции Михаила. Ну, я думаю, что второй раунд чисто за Одинцовым. Он очень тактически грамотно его провел. Раунд еще не закончился. Хорошо. Колено в корпус. Шабанов ничего не может сделать, он заблокирован. Да, жесткий контроль. Стоит ли Михаилу столько тратить сил? Не знаю, увидим в финале. Ну, возможно, у него вагон просто этих сил. Ой. Да, жестко. Он раскрылся. Михаил раскрылся. Да, ну вот все, прямо полная доминация, не побоюсь этого слова, со стороны Одинцова. И взрывается в концовке. Да, Михаил отлично провел этот раунд. Возможно, он дал Святославу, не знаю, почувствовать, что это будет легкая прогулка, но потом тактически взорвался. Ты знаешь, второй раунд прошел очень интересно. Измотал Михаил Одинцов Святослава Шабанова очень сильно, измотал борьбой. Уничтожил его ногу причем. Да, и затем уже отработал на руках, то есть как настоящий ударник. То есть, давайте послушаем угол. Чей нам угол дадут, интересно. Как мы видим, Михаилу опять говорят. Так, давайте послушаем. Дергай левый, дергай.
Да, как я и думал, Святославу сейчас говорят, что надо держать на дистанции Михаила именно на руках, потому что под удар ногой Михаил отлично заходит в бросок. Да, то есть он пропускает этот удар, съедает, но его этот удар не останавливает, и он сквозь него просто забирает соперника. Сейчас Святославу сказали, что нужно попытаться держать на джебе. Мы видели, что Михаил работал над дыханием. Сейчас что-то будет. Кстати, вот смотрим отсюда и видим, что у Михаила очень жесткие следы от пробитых ударов ногами, от пробитых мидл-киков. Но они не мешают ему. Так, третий раунд, поехали. Ну, даже можно чисто внешне посмотреть, да, что несколько атлетичнее смотрится Михаил Одинцов. Короткое уведомление стоит отдать Святославу должное. Он не должен был упускать этот шанс, и он его не упустил. Он молодец. Я думаю, любой бы на его месте не стал бы отказываться от такого предложения. Определенно. Даже, думаю, я. Я думаю, что битва за хайп, там тебя ждут, Миша. Я лучше на RCC Интер все-таки когда-нибудь. На ветеранском турнире. Да? Вернемся к тому, что происходит. О. Была попытка бэкфиста от Одинцова. Так, шанс для Шабанова. Хорошо. Хватанул он в размене сейчас, Святослав. Мне кажется, Михаил почувствовал, что можно, два раунда за ним, и теперь можно порубиться. Но, мне кажется, это не самая лучшая идея, если ты хочешь выйти в финал, потому что Святослав только этого и ждет. Михаил попробовал, не очень получилось, и сейчас он, я думаю, что ждет опять какого-то удара от Святослава. Нужны активные действия для Шабанова. Рисковать нужно Шабанову, потому что первый раунд он, скорее всего, проиграл, второй проиграл близко, точно. Близко, а второй проиграл однозначно. Будем честны. Хороший проход в ноги. И тейкдаун от Одинцова. Да. Удаются тейкдауны. Это классическая вольная борьба. Шабанов как-то вот в этом поединке от тейкдаунов практически не защищается, не получается. Мне кажется, очень большая разница в физической мощи. Шабанов не успевает просто. Да, не успевает, и нету просто сил стоять. И, кстати, классная работа плечами, от Одинцова. От Михаила Одинцова. Я думаю, что это школа тайского бокса все-таки. Обязательно это стоит, да, но в партере. Плечи в партере, это интересно. Я такое вижу редко. Вот, кстати, хотел у тебя поинтересоваться, освежить память. В партере ногами бить можно по голове? Ногами по голове, если обкики. Вот так тот, вот, кто лежит внизу. А если оба внизу? Оба внизу нет. Вообще запрещено. Ну все, теперь я знаю. Теперь я знаю. Вспомнил. Так, открытая шея, кстати, у Одинцова. Открытая шея, у контроль, Шабанова, точнее. Да, контроль. И мне кажется, что Одинцов уже даже не хочет финишировать, потому что, ну, все идет по его плану. А зачем? Он обрабатывает ногу, да, зачем? Он и так выходит в финал. Нужно, да, сэкономить здесь. Просто не делать глупости. Да. Вопрос еще в том, что если он попробует, например, сделать сабмишн, эмоционально это тоже может его немножко повредить. И сейчас выход попытался на обходной бросок, но Шабанов не дал, просто сам свалился вниз. Очень устал Святослав, мне кажется. Да. Пропускает сейчас удары, причем жесткие. И опять пытается, да, разбивать ноги, но в основном контроль, 30 секунд, все идет по сценарию второго раунда. И ждет нас финал Одинцов на Гибин, судя по всему. Будет интересно, как минимум. Ну, я не знаю, если ничего сверхъестественного Святослав Шабанов не сделает, но время работает не на него. Уже все, да, 10 секунд. Поздравляем Михаила с выходом в финал. Вячеслав Шабанов большой молодец. В любом случае, да, заслуживает огромнейшего уважения. Друзья, да, мы, возможно, бежим впереди паровоза, но, по-моему, здесь очевидно все. Да, как, собственно, и в прошлом бою Касымбаев в конце, мы видели, обратился к казахстанским фанатам, казахстанским уже болельщикам. После боя, да. Уже после боя, еще до того, как подняли руку Тимур Нагибину, извинился, сказал, что должен был сделать больше. Так, я думаю, Святослав тоже, Шабанов, все понимает. Ну, по лицу Святослава все видно. И, кстати, тоже заметно, что Святослав сел, прижался к клетке, а Михаил стоит и спокойно разговаривает со своими секундантами. Но было видно, что было второй-третий раунд. Уже во втором раунде было видно, что тяжеловато было Святославу. Святославу нужно очень серьезно понять, в каком весе он хочет выступать. Определиться с категорией. Определиться с весовой категорией. И я думаю, что поработать над борьбой. И, может быть, над какими-то физическими состояниями. Кстати, как мы видим, сейчас Михаил Одинцов пошел в угол к Святославу Шабанову. Они обнялись. Уважение прежде всего. Да, настоящий фейерплей, настоящий джентльмен. Джентльмены бывают не только в фильмах Гая Ричи, но еще и в клетке. Ждем решения судей. Уважаемые дамы и господа, в этом поединке победу единогласным решением судей одержал, and the winner by unanimous decision, Михаил Одинцов!
Боксер!